Всем привет, делаю видеообзор двуспального таунхауса в районе Чайной. Таунхаус выглядит прилично, кое-какие косячки имеются. Давайте рассмотрим сами спальни. Например, вот эта спальня, чем мне не нравится, очень узкий проход вот здесь. Есть большое зеркало, есть выход на балкончик. Тут у нас лежачок, бассейн виден, море видно очень хорошо. Неплохо. Санузел ничем не закрыт, то есть тут нет какой-то перегородки. Сразу виден, есть тут шкаф, и вот у нас две раковины с зеркалами. Да, я не могу сказать, что здесь нету запаха, но не могу сказать, что он здесь есть. Что-то как бы, что-то имеется, но может быть просто надо попользоваться, например, душем, вода протекла. Вот, не знаю, еще пока не могу понять, что это. Вроде ничего особенного. Дальше видим две кровати односпальных. Кондеры тоже имеются. Есть балкончик. Вот он. Здесь у нас просто камни. Это таунхаус тип А. У него преимущество в том, что бассейн есть. Сразу же выходишь и видишь перед собой бассейн общий. Спускаемся. Это был второй этаж. Спускаемся вниз, и мы идем, немножечко поскрипываем, чуть-чуть совсем. Видим вот такой вот кожаный диван, телевизор с плоским экраном, здесь у нас санузел, здесь стол с тремя стульями и неплохая кухня. Комфорка, я так понимаю, у нас газовая здесь, если не ошибаюсь. Газ уведен куда-то, на улицу, возможно. Тут у нас чайник, тостер, есть микроволновка, духовка, большой холодильник, нормальный такой, здоровый, это плюс. И еще сзади есть зона. Здесь можно, например, шашлыки жарить, если барбекю купить. А тут у нас получается есть стол, 4 стула и вот такой бассейн с видом на море.